Привет всем, вы на канале Bear и Game. Мы продолжаем проходить Rainbow. Остановились мы с вами на летательном аппарате Итварда. И здесь мы вот обследовали летающий корабль. Что-то нужно было сделать. Что это у нас? Думаю, если свет красный, значит, это не работает. Абсолютно пустой. Понятно, сюда что-то залить, открыть, перенаправить. И чтобы там что-то произошло. Все понятно. Вид в реальности, вид в ультрареальности, химическая смесь. Микроэлементы в огонь ягодах ускорят машину и дадут долгую жизнь ее функциональному двигателю. Огонь ягоды. Реальность и ультрареальность, интересно. Использовать. Может быть, нам это туда использовать? Например, вот сюда. Это нельзя сделать. Может быть, воду? Теперь бак наполнен водой. А теперь использовать ягоды. Так, а это что такое? Кажется, шланг поврежден. А, так у нас и изолента есть. Отлично, все исправлено. Я должна себя похвалить за смекалку. Чего-то не хватает. Может, еще раз попробовать? Ну ладно. Воду мы залили. Вытяжной вентилятор. Не буду его трогать. Я могу пораниться. Да ладно. Сейчас химией будем заниматься. Посмотрим. АФМ отсутствует. Да вы что? Что у тебя внутри, бутылочка? Думаю, нужно это включить, чтобы заработало. Розовый шланг, который можно к чему-нибудь подключить. Синий шланг готов к использованию. Может быть, поджечь? У нас есть спички? Что будет? Вроде бы все добавили. А, шланг. Может быть, шлангов нам не хватает? Это сюда не подходит. Сюда это не подходит. Ну вот здесь. Ладно, давайте тогда посмотрим на вот этот рисунок. Что у нас здесь сказано? Синий шланг наверху, красный внизу. У нас такое было вообще? Нет, что-то здесь такого нет. Нет, это сюда не подходит. Получается,
включаем горелку N166, R15. Потом у нас идет. Это что у нас? 2 ПФ, А18. Что-то я не понимаю, как здесь это все сделать. Может быть, как-то забрать можно? А, понятно. Какое там было сказано? N66? N166. А у нас такого и нет. У нас есть... А, вот это, наверное, есть. N166. Хорошо, N166 сюда добавили. Дальше что у нас идет? R15. 2 ПФ. R15 2 ПФ. А18 АФМ. А того у нас нет. АФМ отсутствует. У нас нету. Может быть, это? Точно. Склянку огонь ягоды, что больше не в огне, готово. Значит, они сюда подошли. Теперь что нам не хватает? Там были нарисованы какие-то трубочки, может быть... Вот так? И еще какая-то трубочка должна быть. Так, и что у нас? Что у нас тут происходит? Вроде как все сделали, я не знаю. Может быть, туда сходить, посмотреть, что здесь? Вот это включить. Попробуем к этому, к скелетику подойти, у него спросить. Посмотрите на этот беспорядок. Итвард не слышал о гигиене. Но в то же время он много знает о механических штуках. Может, он держит эти запчасти, чтобы делать новые. А, компас идет кругами, вверх тормашками и в никуда. Ух ты, какой огромный волчок. Полагаю, что это может быть двигатель. Мне нравится его дизайн, очень понятный. Итвард говорил что-то о стеноводствах. А нам написали, чтобы мы нажали на окно и что-то там посмотрели, что что-то вроде произойдет. А, это вот мы летим, значит. Ух ты, интересно, где мы сейчас? Выглядит как мир муравьев. Я чувствую себя такой крошечной в этом мире. Голова идет кругом. Вкусный теплый чай, пахнет медом. Ой, эти лампочки обожгли меня. Мне не следует их трогать.
Я чувствую себя такой крошечный. Сэр, вы можете повторить мне, что я должна сделать? Почини водяной насос и смешай топливо. Следуй стеновозом, это как руководство, но только на стене. Зачем к нему подходить? Зачем? В другую реально зайди и посмотри, что будет. Да, вот этого мы еще не делали. Секунды, минуты, часы и дни. Тик-так, тик-так. Я забыла понять тебя. Я забыла уделить себе немного любви. Шланг, у него есть своего рода разъем. Где недостающая часть? Этот шланг имеет своего рода разъем. Интересно, для чего? Ваза без цветов. Что ж, оставлю ее здесь. Мне не нужен карандаш. У меня уже есть один. Может быть, использовать его куда-то. Мы же все правильно добавили. Шланги все встали. Получается, это... Допустим, с этим смешивается. Это сюда выходит. Здесь у нас сюда выходит. И это у нас тоже смешивается. У нас получается все смешивается. Странно. Что же здесь не хватает? А внизу что должно быть? Внизу идет, получается, готовая смесь, которая должна идти в эту банку. А из банки должна уже идти куда-то туда. Но у нас, похоже, провода не хватает еще одного. Вот сюда. Чтобы из этих двух банок провод шел вот туда.
в эту банку основную. Тогда надо искать провод. Что же? Вот он, наверное. Да, вот и провод. Ну что, готово. Френбоу супермастер химии. Так а что? Уходи отсюда, хорошо, уходи. Мы это сделали. Что дальше? Что-то должно заработать. Верхняя должна быть в эту сторону повернута, нижняя в эту. У нас так и повернуто. Куда эти провода идут? Куда-то сюда и к трубам. Получается, здесь у нас все должно работать. Не хватает вот этого. Ну что здесь не хватает? Вода есть. Теперь бак наполнен водой. Зачем ты изоленту порвал? Выстави правильно, попробуй вот эти все рычаги и все. Здесь только можно по рычагам щелкать, зачем по трубам щелкать? Эти огни, несомненно, показывают, что что-то работает. Попробуй поджечь бак. Вода идет сюда. Это надо так поставить. Здесь что-то должно быть соединено. Это должно быть так. Это сюда повернуто. И вот эту штуку поджечь надо.
Это сюда. Это вот так, наверное. Что там еще было сказано? Это повернуто сюда. Это так. Здесь должно быть подключено. Это повернуто сюда. И здесь огонь. Готово. Ага. Френ, я наконец смог починить автопилот. Тебе нужна помощь? Думаю, у меня тоже все получилось. Я сделала все, что вы меня просили. Очень хорошо, Френ. Похоже, все прекрасно работает. Да, все выглядит просто великолепно. Что нам теперь делать, сэр? Что ж, я хотел узнать, боишься ли ты кроликов? В одной из комнат есть маленький кролик, и я. Я сильно его боюсь. Ты сможешь мне... Ты поможешь мне избавиться от него? Кроликов? Думаю, зависит от кролика, сэр. Учитывая все, что я видела, я не могу представить лишь один вид кролика. Это шоколадный кролик или рогатый с глазами убийцы? Тебе нужно увидеть самой у этого розовый нос и синие ботинки. Он там просто сидит, не моргает, не шевелится и постоянно пялится на тебя. Звучит очень страшно, сэр. Покажите его мне, иначе я никогда не узнаю. Ты очень храбрая, дорогая, следуй за мной. Чё, тогда кролика будем в следующей серии смотреть? Всё, я здесь закончу. Подписка на канал, вступай в группу ВКонтакте. Пока. Пока.